волки, что ли? So, Dar, tell me. Дар, ну скажи мне, а что существует между тобой и этими животными? Почему ты так к ним относишься, а они к тебе? Они единственная семья, которая у меня есть. Да, они действительно тебя любят. Как ты сказал, их зовут? Этот Подо, а это Кода. А я могу их подержать? Какие они мягкие. Так который из них Кода, какой Подо? Нет, я разницы никакой не вижу. Какие они хорошенькие. Ты не обманывайся их внешним видом, потому что они страшные хитрецы и коварные воришки, да? Да, знаешь, из каких ситуаций они меня вытаскивали? Похоже, они и тебя тоже любят.